вебинаре. Поставьте, пожалуйста, в чат цифру от 1 до 10, насколько хорошо меня слышно. Буду вам благодарен. 10. Вижу десяточки. Супер. Отлично. Я хочу вас поздравить, потому что вы сегодня в правильном месте. У нас сегодня уникальный вебинар. Впервые все лидеры украинского рынка собрались на одном мероприятии, собрались для того, чтобы пообщаться, чтобы обучить кого-то, может быть, самому научиться. Я лично пришел сюда научиться. Я уверен, что большинство лидеров точно с такой же позиции приходят на такие мероприятия. И очень приятно, что сегодня мы можем, вот благодаря нашим технологиям, мы можем, сидя дома, общаться, видеть друг друга. Поэтому включайте камеры, не стесняйтесь. И обычно те, кто с камерами, они намного более вовлечены в процесс. И люди, которые с камерой, они больше информации, скажем так, усваивают. Вот. Я хочу немножко поделиться некоторыми слайдами перед тем, как мы начнем. Сейчас, секундочку. Покажу вам, наверное. Покажу вам свой рабочий стол. Ой, что-то у меня не хочет прям делиться. Ну ладно, значит, мы чуть позже поделимся, значит, пока без слайдов. Друзья, я хочу провести небольшую перекличку. Я вижу, что у нас в чат добавляются люди. Это очень-очень здорово. Я хочу, чтобы вы в чат написали, с какого города и как у вас там погода в вашем городе. Пишите, пожалуйста, в каком вы городе и как погода у вас. А запись, по-моему, идет у нас. Так, я вижу, я буду зачитывать. У нас, конечно, есть из Днепра. Это очень приятно. Мы тоже сегодня с Викторией. Здесь на заднем плане моя супруга Виктория. Она всем передает привет. Чуть позже она присоединится. У нас здесь есть из Винницы. В Виннице снежит. У нас, кстати, в Днепре нет. Холодно в Днепре. Да, это есть. У нас даже есть из Латвии. Супер, отлично. Несмотря на то, что у нас здесь всеукраинский вебинар, вы видите, команды на самом деле у наших лидеров абсолютно в разных странах, и это здорово. Ну, в Днепре замечательная погода. Доброполье, Львов, снежить-то заметая во Львове. Северодонецк, ноль и сильный ветер. Приветствуем, Дим, из Северодонецка. Запись идет, да, супер. Латвия, Днепр плюс один. Вы видите, в Днепре тоже оказывается разная погода. Может быть, у кого-то холодно, у кого-то, в принципе, не очень. Из Киева я вижу здесь, из Латвии, из разных городов. Я не буду зачитывать название города на латвийском, потому что не очень так вот прям хорошо в этом разбираюсь. Из Латвии у нас столько людей. Вообще супер. Из Киева, Валмиера. Это, наверное, тоже Латвия. В Харькове холодно, пишет Виктория. Из Ирландии у нас даже есть. Ничего себе. Я, честно говоря, немножко даже шокирован. У нас уже добавляются люди очень много разных, с разных стран. С Одессы, с Черневской области, из Борзны. Анапа у нас есть. Дождь и ветер там. Славянск, дождь, Норвегия. Ривне, Киев. Друзья, ну я просто, у меня нет слов. Я даже не знаю, как так. Варшава, Рига. Я, честно говоря, не ожидал, что так будет. Я знал, что будет много с разных городов, но прямо с разных стран. И это, честно говоря, очень-очень радует и вдохновляет. Так, принимаем, наши участники приходят. Пишите в свои чаты, пишите, что сейчас мы уже начинаем. И я напомню, что сегодня у нас огромное количество очень-очень крутых спикеров. Это лидеры, которые являются практиками бизнеса, которые построили свой бизнес не только в Украине. И сейчас в нашем
чате я вижу здесь очень много разных стран. Это здорово. Я вот зашел не со своего зума, и теперь получается, что я не могу показать свои слайды. Я потом перезайду. Так, ну что, я вижу, перекличка, в принципе, у нас прошла здорово, у нас добавляются еще люди, но я думаю, мы можем уже начинать. Поставьте в чат плюс, если мы можем начинать. Вот если вы уже пригласили всех, кого хотели, все ваши партнеры здесь, никому не нужно напоминать, я вижу плюсики от лидеров в первую очередь. Супер. Так, ну что, я хочу попросить вас, чтобы вы выключили, вот я сейчас тоже выключаю на своем смартфоне звук, чтобы он нас не отвлекал. Также хочу попросить вас, чтобы вы были максимально вовлечены, потому что те вопросы, которые будут задаваться в чат, я не просто так задаю вопросы и прошу вас поставить плюсики. Очень хотелось бы, чтобы вы были вовлечены, не отходили от своих гаджетов, от смартфонов или с лэптопов, откуда вы смотрите этот вебинар, и чтобы вы максимально были здесь с нами. Потому что любая фраза может сыграть просто колоссальную роль в вашем бизнесе, в вашей жизни, как это происходило очень часто со многими лидерами. Я слышал много историй. Вы знаете, почему-то наш бизнес так работает, что если ты будешь знать истории, если ты будешь слушать эти истории, будешь вдохновляться, потом ты сможешь эти истории рассказывать своим партнерам, своим кандидатам, тем, кто... кому ты рассказываешь о бизнесе, это очень классно работает. Поэтому я всегда стараюсь слушать истории. И сегодня у нас уникальная возможность услышать историю огромного количества лидеров. Лидеров, которые построили свой бизнес абсолютно в разных условиях. Кто-то с ребенком на руках, у кого-то уже был большой опыт в бизнесе, кто-то пришел уже состоявшимся лидером и уже заработал огромный, ну такой, скажем так, не потенциал, а, наверное, авторитет в кругу своих знакомых, в кругу своих друзей или партнеров. И мне очень приятно, что такое мероприятие я могу открывать, я могу его вести. Я, честно скажу, очень волнуюсь, потому что такое событие, но оно впервые у нас в Украине. Несмотря на то, что наш рынок уже работает довольно-таки давно, и мы с супругой уже 4 года в Duo Life, но впервые мы на таком мероприятии. И прям такая ответственность у меня стоит. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы также почувствовали эту ответственность и были тоже максимально с нами, максимально вовлечены. Вот. Ну что, я хочу представить вам первого спикера. И это человек, который, вот я сейчас зачитаю, потому что эти цифры, они просто, я их не запомнил, потому что, когда мы пришли в Duo Life, ну вот мы с супругой, да, этих людей не было в бизнесе, но потом какой-то момент я прям слышал, какие-то слухи ходили, вот сейчас придут серьезные бизнесмены, которые имеют огромнейший опыт, которые ну просто в Украине, не то что в Украине, а в Восточной Европе имеют очень огромный статус. И когда я слышал, когда впервые мы увиделись на мероприятии, все там перешептывались, все, ну, как-то кто-то показывал, кому-то рассказывал, что это за люди. И вот я хочу вам представить человека, в команде которого есть уже 11 человек, которые имеют автомобильный бонус. То есть в команде этого человека 11 человек уже получают автомобильный бонус. 4 из них получили автомобили от Duo Life. Да, я думаю, это очень здорово. 7 человек получают бонус. Этот человек уже более 3 миллионов гривен заработал только с Duo Life за это время, при том, что в Duo Life не так давно этот человек. И, ну, само собой, путешествие за счет компании. Получает, помимо бонусов от компании, еще по всем программам лояльности. И если сказать от себя, я скажу, что это просто вот мега позитивный, добрый и такой человек, который, знаешь, вот всегда смотришь, и она всегда сияет. Я уже сказал, что это она, да? Она всегда сияет, она всегда с такой позитивной энергией, и всегда, когда ты с ней просто даже не успеваешь даже пообщаться, увидеться, у тебя сразу поднимается настроение. Поэтому я хочу, чтобы вы поприветствовали вот всякими восклицательными знаками Наталью Кузьменко. Вот, это
региональный директор клуба DoLife в Украине, поэтому, пожалуйста, давайте вот сделаем такие вот эгэгэй. И я передаю слово Наталье. Наталья, добрый вечер. Рад Здравствуйте. Вас видеть. Вы шикарно выглядите, просто вот прям... Благодарю. Добрый вечер, дорогие друзья, и добрый вечер, друзі. Я надзвичайно щаслива, що саме сьогодні ми маємо можливість з вами зустрітись. Одразу передаю вітання всім, хто доєднався до нас, всім, хто присоединился к нам сьогодні із різних стран. У мене для вас хороша новость. Наша встреча сьогодні для України. Я буду говорить на украинском языке, но все мои слайды будут на русском языке, на языке, который вы поймете. И я буду говорить так, чтобы было понятно всем. Итак, еще раз спасибо всем за приглашение. Спасибо, для меня это тоже особенный вечер. Для меня это тоже нестандартный вечер. Впервые мы делаем такую лидерскую встречу. И несколько слов. Итак, говорю о бизнесе. План нашей встречи следующий. У меня несколько слов о том, почему мы выбираем DoLife сегодня, а после меня вы услышите истории лидеров, которые расскажут свои личные истории, истории успеха и развития в DoLife. Ну, отже, сьогодні дуже важливо робити правильний вибір, коли люди планують своє життя. Сьогодні люди вибирають наш бізнес і вибирають нашу індустрію з багатьох причин. І декілька я вам назву. По-перше, не потрібні інвестиції для того, щоб виробляти якусь продукцію. По-друге, не потрібно нести окремі видатки для того, щоб десь щось орендувати. По-третє, не потрібно наймати робочий персонал. Немає необхідності в тому, щоб вести спеціальний облік бухгалтерський. Не потрібен бухгалтер, не потрібна територія, не потрібні, як я вже сказала, шалені інвестиції і жодних, абсолютно жодних ризиків. Чому? Тому що ми вибираємо співпрацю в сфері multi-level marketing. І нашим партнером на сьогоднішній день є міжнародна корпорація, велика європейська корпорація DoLife. Зараз декілька слів про те, чому ми вибрали DoLife, але перед тим ще одна перевага в користь нашого бізнесу. Зовсім недавно я в одному з салонів отримала запитання від свого майстра. Вона мене запитала: Наталю, а як ви зараз в Україні будете справлятися з касовим апаратом? І в цей момент я зрозуміла і додавала в список переваг нашого бізнесу ще одну перевагу. Нам не потрібні сьогодні касові апарати, тому що ми не вступаємо у фінансові стосунки з нашими бізнес-партнерами. Фінансові стосунки з нашими партнерами веде DoLife, а ми вступаємо лише в інформаційні стосунки з нашими партнерами. Отже, а тепер декілька слів, чому саме DoLife. Я знаю, що мої слайди запустились. І відвічне питання, де гроші в бізнесі, про який ми з вами сьогодні говоримо? Де гроші? Де вони знаходяться? Зверніть увагу, що за останніми даними різних опитувань, дуже велику кількість грошей люди витрачають, а в Європейському Союзі, як ви бачите, навіть є статистика, 33 мільярди доларів люди витратили за 2018 рік. І є спеціальні дослідження, які вивчили, на що люди витратили ці гроші. І зверніть увагу, що ще в 2018 році більше ніж 10 мільярдів євро люди витратили на здоров'я, і порядка 8,5 мільярдів євро люди витратили на здоров'я. Це був ще 2018 рік. І це означає, що майже 60% ринку, який є на нашій території, є зацікавлені в тих продуктах, які несуть в собі здоров'я та косметику. І чому DoLife? DoLife – це стратегічний і потенційний партнер на ринку в індустрії краси та здоров'я. Чому? Тому що ми працюємо з харчовими добавками, ми працюємо з натуральною косметикою, і в мене для вас ще одна статистика. Мені дуже подобається цей слайд, на якому зображено, яким чином попит створюється на здоров'я, на велнес, на здоровий спосіб життя –
і на косметику. Якщо ви звернете увагу на Україну, то попит на косметику тут взагалі зашкалює, перевищує інтереси Польщі, Росії, Казахстану і інших країн. А от, наприклад, у питаннях wellness, звичайно, перед на першому місці практично, як ми бачимо, Латвія, Росія, потім Казахстан, ну і трошечки там на четвертому місці вже Україна по запиту на здоровий спосіб життя. Але як би там не було, я хочу, щоб ви подивились уважно на цю схему і зрозуміли, що людям сьогодні в наших країнах, а в нас сьогодні є гості з різних країн, важливо бути і здоровими, і красивими. Отже, так, дійсно, люди хочуть бути здоровими, а щастя є основ, тобто здоров'я є основою щастя. Так, ми сьогодні маємо різноманітні виклики. Ми сьогодні маємо також виклики із здоров'ям, і з грошима в тому числі. І чи є DualLife відповіді на це питання? Звичайно, що є. 4 молодих активних підприємця, які організували міжнародний проєкт DualLife, зацікавлені в тому, щоб зробити світ з нашою допомогою краще, щоб світ був здоровим, а ми з вами були багатшими. Компанія створила свою власну наукову раду. Компанія виробляє в своїх власних лабораторіях продукт і непростий продукт. Компанія має своє власне виробництво, свої фабрики і свій завод по виробництву як харчових добавок, так і по виробництву косметичних засобів. Дуже важлива інформація. Якщо компанія має своє власне виробництво, це означає, що ми з вами не переплачуємо гроші за цей продукт. Тобто ми практично його маємо по собівартості. Тепер зверніть увагу, у компанії власні лабораторії, компанія має великий спектр доказової бази щодо безпечності своєї продукції, але це ще не все. Насправді, як ви будете відвідувати зустрічі тих, хто вас запросив, ви дізнаєтесь багато подробиць про всі нюанси та переваги продукції DualLife. Компанія має різноманітні відзнаки. Відповідно, мені важливо сказати, що продукція DualLife не виробляється з засобів, які ростуть на території Європи. Тобто це не є якісь полячі плантації навколо заводів або фабрик DualLife. Ні. По всьому світу компанія отримує інгредієнти. Перед вами зараз карта світу, на якій зображена на спеціальній схемі місця, які є джерелом для інгредієнтів, які потім компанія використовує у виробництві своєї продукції. На чолі всієї наукової ради ідеолог продукції є вчений та біолог доктор Кардаш, особлива людина. Рекомендую не пропустити жодну зустріч з ним. Відповідно, компанія має не просто безліч сертифікатів, а важливі сертифікати, які потребує офіційно на території кожної країни. Компанія працює на території 15 країн світу офіційно. І також має таку цікаву відзнаку, як чиста етикетка. Тут clean label, тобто це говорить чесна етикетка. Я її називаю чиста етикетка, я її називаю чесна етикетка. На 15 мовах світу. Лише в одній упаковці ви прочитаєте все детально про кожен продукт, який виробляє DualLife. Також дуже важливо, хочу звернути вашу увагу, що компанія має в світовому масштабі амбасадорів, і також з компанією співпрацюють професійні спортивні клуби та федерації. Чому я про це говорю? Тому що продукт надає здоров'ю людини таку активність і таку перевагу, що продукт вивчають навіть на рівні незалежних експертів. Наприклад, Кьонський інститут, який вивчає всю продукцію, яку використовують спортсмени на допінг, перевіряє продукт DualLife і в своїй список включає продукт, який абсолютно безпечним навіть для професійних спортсменів. До речі, в нас в Україні так само є низка амбасадорів, серед яких є спортивні, не просто спортивні люди, а професійні спортсмени, які на щодень використовують продукт DualLife. Також продукція DualLife в 2021 році дістала відому в Європі відзнаку, так і називається, емблема «Якість року». Ну, асортимент компанії надзвичайно великий, ми сьогодні не будемо про нього говорити, але в двох словах ви повинні зрозуміти, що компанія має продукт, який харчує кожну клітиночку вашого тіла. Також є спеціальна лінія продукту, яка підтримує ваші органи та системи організму. Окреме збалансоване харчування, окрема лінійка натуральної косметики, серед якої, крім особистої гігієни, окрема лінія для молодої шкіри, окрема лінія для
жінок та чоловіків середнього віку. І, звичайно, система Facelift, так і написано Skin Revolution, система анті-ейджинг для вікової шкіри. Отже, так, DoLife – це глобальне мислення, і компанія працює надзвичайним чином. Тобто ви разом з нами маєте можливість відвідувати і вебінари здоров'я для серед спеціалістів, і маємо окремий час з експертом, і маємо окремі відгуки кожен на своїй мові в країні по результатам продукту. Маємо окремі посилання, групи, проекти. Тобто живемо постійно бурхливим життям. Дуже важливо в цифрах, хочу вам показати, DoLife. Лише з лютого 2020 року по серпень 2021 компанія видала просто подарунків на суму, тут в польських злотих написано, я перевела, майже 100 мільйонів гривень виділила компанія на подарунки, які роздала своїм партнерам. З лютого 2022 року по серпень 2021 компанія видала 199 нових автомобілів. Серед них, як ви бачите, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Toyota, Volvo. Чому? Тому що в кожній країні свою марку вибирає компанія. В Україні компанія видає автомобілі під маркою Toyota, як службові. І на сьогоднішній день ми маємо немало людей, які їздять на цих автомобілях, але також вже 100 автомобілів стоїть в черзі. Тобто є список ще на 100 автомобілів, які люди мають отримати. І в цих списках також є наші партнери в статусі регіональний менеджер з України. Отже, ще одна інформація. Більше ніж 15,5 тисяч людей зробили кар'єру в DoLife з лютого 20-го по серпень 21-го року. Я спеціально про це говорю, тому що це період відомої нам пандемії, відомий локдаун перетворився для дуже великої кількості людей в нову спеціальність, в нову професію. І відбувається це зазвичай, навіть так, як зараз, віртуально. Також дуже важлива інформація. За період локдауну, за період, там, я не знаю, міжнародної кризи, економічної, світової, кого як, дійсно, правда, є багато людей, які постраждали, багато виробництв, найманих людей. Натомість, звертаю вашу увагу, що в цей час DoLife робить порядка 27 нових продуктів, запускає на ринок нові продукти. І не просто нові продукти, а ті, які відгукуються сьогодні в кожній родині. Все, що стосується індустрії здорового способу життя, все, що стосується і краси в тому числі. Отже, сама велика мрія бути щасливим можлива. І можливо її реалізувати разом з нами в DoLife серед тих цінностей, які ми можемо нести з України на весь світ. І отже, саме в цей момент, Сергій, дозволь, я повернусь до тебе, передам тобі слово для того, щоб ти продовжив нашу сьогоднішню зустріч. Наталія, спасибо. Друзі, поставте, пожалуйста, какие-нибудь цифри, какие-то знаки, чтобы мы поблагодарили Наталью. Я думаю, давайте поставим вот такие восклицательные. Да, вот, Виктория, спасибо большое. Восклицательные знаки. Это будет таким вот... А еще лучше сердечки. Знаете, здесь в Zoom можно поставить сердечки, и это будет большой благодарностью. Дякую, Наталья. Супер. Отлично. Наталья, большое вам спасибо за вашу вовлеченность, за вашу профессиональную этику, я тоже не побоюсь этого слова, да, потому что ну, те люди, которые в теме, они понимают, что мы здесь собрались абсолютно с разных параллельных, можно сказать, веток, несмотря на то, что мы, скажем так, в разном бизнесе, но в разных ветках, да, наши спонсоры все равно общие, и мы строим один большой бизнес, бизнес DoLife в Украине, софт-маркетинг. Здесь столько огоньков, столько всяких хороших слов, я не успеваю все зачитать, спасибо, очень аргументированно. Да, и то, что на нашей рідній українській мові, це дуже добре. Дякую вам. Наталья, мне очень, очень нужно, чтобы вы сделали меня администратором, да, потому что я вот зашел с другого ноутбука, и тогда я смогу показать следующие слайды. Вот, у меня просто есть специальная... специальное предложение, специальная новость для всех участников. О, супер, спасибо. У меня есть специальная новость для всех участников, потому что у нас буквально через пару месяцев будет
очень интересное мероприятие, которое нельзя пропустить. Вот мне Вика подсказывает, какая красивая, да, вот здесь слайд, я хочу, чтобы все еще раз посмотрели. Супер, спасибо большое. У нас будет мероприятие, которое нельзя пропустить. Это живое мероприятие. Мы очень сильно соскучились за живыми мероприятиями. И вы знаете, да, что они намного, намного более эффективны, чем онлайн. И у нас будет такое мероприятие в Киеве 19 марта. И, внимание, будет сегодня объявлена специальная цена. И обязательно будьте до конца на этом мероприятии, чтобы вы узнали эту специальную цену и смогли воспользоваться этой специальным предложением, потому что все участники этого вебинара смогут приобрести билеты по специальной цене, которая, в принципе, потом больше не будет. Поэтому, друзья, будьте здесь с нами до конца. Я хочу объявить следующего спикера. И, как сказала Наталья, у нас сейчас пойдут очень много разных историй, очень много разных спикеров. И, вы знаете, несмотря на то, что вот с Ольгой мы абсолютно в разных городах, абсолютно в разных командах, но я знаю, что моя Виктория, моя супруга, она очень близко, они общаются с Ольгой, они постоянно там в соцсетях общаются, они дружат и на всех мероприятиях, ну, как минимум, там бегут, обнимаются, целуются и так далее. И это очень приятно. То есть, если моя супруга дружит с таким человеком, это значит хороший человек. Она не может дружить с нехорошим человеком. И я хочу сказать, что Ольга, несмотря на то, что она живет в Виннице, она, ну, часто, очень часто с моей Викой они общаются. Вот. Но она недавно закрыла новую квалификацию, это региональный менеджер, и я хочу попросить Ольгу, чтобы она поделилась, как она это вообще сделала, что нужно делать, потому что, несмотря на праздники, все там кушают мандарины, оливье доедают и так далее, она делает новую квалификацию, и я знаю, что у нее в новых странах открывается бизнес, да, и сейчас, я уверен, на этом вебинаре очень много ее партнеров, поэтому ставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, партнеры, поддержите своего спонсора и наставника, я хочу попросить Ольгу, Оля, пожалуйста, включайся, нам очень-очень хочется увидеть тебя и услышать. Добрый вечер всем, я очень рада быть сегодня на таком мероприятии, я и счастлива, и волнуюсь очень сильно, поэтому прям, вы знаете, ощущение какого-то такого, ну, не знаю, как первый раз, первый класс, хотя не первый Zoom, но сегодня у нас настолько действительно мероприятие большое, обширное, совместное. Я благодарю, Сергей, тебя за такие теплые слова, тоже очень люблю и тебя, и твою супругу, вашу семейную пару, несмотря на то, что мы в разных странах, разных городах работаем, здесь все, кто присутствует на этом мероприятии. Мы всегда поддерживаем друг друга, всегда общаемся и всегда тепло расположены. И это мне очень нравится в нашей работе или в нашем таком сообществе, да, которое у нас объединила компания DoLife. Я благодарю еще раз за то, что у меня есть возможность сегодня поделиться со своей историей. Я сегодня долго думала о том, что же хочется сказать. Сказать есть очень много всего, но есть короткий лимит времени, поэтому начну, наверное, с самого начала. С компанией я познакомилась, с компанией DoLife где-то около 3, может быть, чуть больше лет. Но путь к этому знакомству начался немного раньше. Начался с того, где-то около 5 лет назад. Я тогда еще работала по найму, я работала в банковской сфере. Уже на тот момент было около 20 лет рабочего стажа, 15 из которых это руководящие должности я занимала. И в тот период у меня была, ну, начали серьезные проблемы со здоровьем. Была очень неприятная, такой неприятный диагноз, была операция, были потом долгое восстановление, реабилитация. И в тот момент, вы знаете, когда есть время подумать на больничном, да, потому что в рабочее время обычно не получается прям остановиться и сделать паузу. Естественно, у меня были разные мысли о том, что было до и что будет после. И вы знаете, я подумала о том, что 20 лет уже, ну, рабочие, да, а так жизненные, так скажем, часы уже столько времени прошло. А что будет дальше? Что будет еще через 20 лет? Если я ничего не изменю, неужели мой ритм, моя жизнь вот так вот и будет, как день сурка? Работа, клиенты, планы. И
На тот момент мне все это нравилось, и мне казалось, что у меня жизнь наполнена. Но в период вот этого восстановления я задумалась о том, что очень многое в жизни пропускаю, и я очень хочу это изменить. Но что изменить и как изменить, я действительно не знала, потому что мне казалось, что кроме банковской работы, депозитов, кредитов, я больше ничего не знаю, ничего не умею, ни на что не способна. И возраст вроде такой уже, как бы тебе не 20 и не 25, и страх есть, потому что ты уже здесь чего-то добился, а что-то будешь начинать с чего-то, начинать с самого начала. Но вот какие-то такие вот мысли, знаете, когда есть какой-то посыл или вопрос, наверное, там во Вселенную, может, согласитесь, я думаю, что у каждого такого было, всегда приходит какой-то ответ. Началось все с того, что мне нужно было после моей болезни восстанавливаться, мне нужен был хороший продукт, натуральный хороший продукт, хорошего качества. И так мой врач мне посоветовал: ищите продукцию, есть фирмы, есть компании, которые выпускают натуральный хороший продукт, вам нужен именно такой. Не покупайте, не пичкайте свой организм синтетикой. И в тот момент я познакомилась, ну тогда еще с брошюрами компании DualLife, но я ни на секунду не задумалась и увидела, почему-то как почувствовала в том, что именно это то, что мне необходимо. Я оформила свой первый заказ и начала принимать продукцию. Поэтому такая история моя начинается все-таки с продукта. Думаю, что у многих сегодня спикеров будет именно такая история. Когда я почувствовала себя совершенно по-другому, я почувствовала себя лучше, например, почувствовала свою какую-то жизненную энергию, которой во мне не было. Я, естественно, как любой человек, хочет этим делиться. Я начала делиться с этим, со своими близкими, со своими друзьями. Ну, такая суть наша человеческая, да, всегда делиться с тем, что мы для себя нашли хорошее. Не знаю, хороший ресторан или хороший фильм посмотрели, мы всегда рекомендуем. И вот первые мои партнеры, первые мои друзья, так скажем, на DualLife, это были мои близкие люди, которые тоже поверили, поддержали, захотели, потому что это очень важно для каждого из нас, важно здоровье. Сегодня Наталья говорила уже об этом, что именно здоровье – это основа всего остального. И после уже несколько месяцев я принимала продукт, я не думала еще тогда ни о бизнесе, я не думала о чем-то другом. Для меня был важен продукт, важно было восстановить свое здоровье. Параллельно я думала, куда же мне идти. Я искала себя, так скажем, я искала себя. Проходила разные тренинги, обучение. На тот момент я приняла решение уйти с работы, просто в никуда. Это было такое волевое решение, страшно было тоже очень. Но мои близкие, моя семья меня поддержали. Сказали, что если не сейчас, то когда, почему не сейчас, всегда ты успеешь вернуться в работу по найму. Попробуй, ты это можешь. И я им очень благодарна за это. И помимо здоровья, помимо поддержки, вот мне было необходимо внутренняя перезагрузка себя. И я искала какие-то такие тренинги по личностному росту, да. И к моему счастью, как раз вот, когда я была готова к этому, когда мне это было необходимо, как раз по срокам было в Польше офлайн мероприятие ЛДС, это трехдневное мероприятие проходило, и я с удовольствием откликнулась на эту поездку. Я поехала, и для меня тогда была цель, опять же, не бизнес, это был личностный рост, найти себя, проработать себя. И в то же время мне хотелось посмотреть Польшу, там ни разу не было. Вот. И когда я приехала уже на то мероприятие, я поняла, что я в том месте, куда я стремилась и куда я хочу. Это совершенно другие люди, это совершенно другое окружение, это возможности, я увидела эти возможности бизнеса. Я проработала себя, я слышала истории, я плакала в зале от того, что каких-то я видела себя и чувствовала ту боль, которую прошли они, потому что на тот момент она сидела во мне. И вот именно, наверное, с того вот с мероприятия началась моя новая история DualLife. Я активно начала
развиваться, развивать себя именно в этом бизнесе. Для меня, я повторюсь, то, что у меня не было ни опыта, ни ведения бизнеса, ни опыта сетевого бизнеса. Я понимала, что для меня это новая, совершенно новая профессия, которую надо овладеть. Чтобы овладеть новой профессией, необходимо обучение. И благо, что компания Dolab дает это обучение. У нас огромное количество различных вебинаров, огромное количество вебинаров по здоровью, есть по бизнесу, есть по личностному развитию. И я думаю, что многие из вас согласятся, что когда мы хотим нового, получить новую профессию, всего бизнеса, это все равно профессия, это новая для меня профессия и для многих профессия. Нужно стать в ней экспертом, нужно разобраться в ней, нужно понять, с чем ты будешь работать, как работать, куда идти. Для этого нужны мероприятия, для этого нужна вовлеченность, для этого нужно посещать эти. И я не пропускала ни одного мероприятия. Кто меня здесь знает, они поддержат и подтвердят это. Я ездила в Польшу, ездила в Киев, я ездила в другие города, когда проводились мероприятия где-то. Мы проводили сами мероприятия. Любой специалист, неважно в какой сфере, или это мастер маникюра, врач, не знаю, парикмахер, мы всегда ищем человека, который будет эксперт, человек, который может дать нам хорошую консультацию, человек, который может помочь, который поможет решить нам проблемы, помочь нам в том вопросе, к которому мы пришли. И я пошла по такому пути. Я понимала, что если я хочу строить команду, мне нужно быть готовым, и я хочу быть хорошим лидером в том плане, что я хочу помогать, поддерживать, обучать свою команду, да, чтобы они не делали каких-то своих ошибок, чтобы они развивались и развивались мы вместе как команда. Поэтому свой такой спич я сегодня посвящаю именно обучению, нашим встречам. Я очень рада, что сегодня встреча у нас такая совместная. Я приглашаю на такие мероприятия всегда своих партнеров. И очень рада, что сегодня у нас такая большая аудитория с разных стран. Поэтому очень важно для меня, и мой бизнес начал строиться тогда, когда я для себя почувствовала свою внутреннюю силу, что я могу провести переговоры, что я могу дать консультацию клиенту, что я могу провести Zoom, что я могу провести какую-либо презентацию. Да? Это обучение, это внутренняя какая-то уверенность. Она приходит не сразу, и не сразу я это сделала. У меня было очень много где-то ошибок, где-то каких-либо таких шагов, может быть, неуверенно, может быть, медленно, но сейчас я все больше и больше с каждым днем приобретаю ту уверенность, которую я бы хотела видеть в себе в первую очередь и в своих людях. Поэтому я обучаю, я помогаю, я принимаю, я продолжаю обучаться. Это очень важно. Я благодарю вас за те время, которое вы уделили сегодня мне. Я хочу передать это слово, следующее слово, прекрасной тоже девушке, прекрасному партнеру из Днепра. Это Татьяна Грица, executive leader. Эта девушка сделала очень такой быстрый старт. Я очень хочу услышать ее историю и знаю, что очень многие просят ее рассказать, как у нее это получилось. Татьяна, я передаю вам слово и с удовольствием жду вашу историю. Всем здравствуйте. Очень приятно здесь присутствовать и поделиться своей историей со всеми. Тоже очень волнуюсь. Моя история в том, что, скажем так, мы с мужем вели свой бизнес собственный, поэтому, правда, волнует, с чего начать свою историю, как пришла в Dolab. Давайте так, я была, вообще скажу вам честно, искренне очень большим скептиком ко всем продуктам, особенно к добавкам, ну,
Я абсолютно себя хорошо чувствовала, никаких проблем со здоровьем не было. И однажды пришла в гости к своей подружке, а она начала принимать какие-то капсулы при мне. Я у нее спросила, говорю, ты болеешь? Она говорит, нет, это витамины, их надо пить каждый день и долго. Ну, я подумала в свое время, ну, больные люди, наверное, которым надо пить постоянно какие-то таблетки. Ну, и, в принципе, скажем, прошло еще несколько времени, и в моей жизни случилась такая история, что начали уходить с моего окружения много моих знакомых друзей в молодом возрасте, да, которым было 40 лет, 35, и это была такая очень нехорошая история, потому что болезни, да, начали настигать людей, это то, что рак, инсульт, и я подумала, что это, наверное, какой-то знак Вселенной, что надо все-таки обратить на свое здоровье и поддерживать. Однажды меня пригласили на встречу, это был август 2017 года, и эта встреча была как раз о здоровье. Передо мной положили каталог с продукцией на польском языке. Ну, было такое время, что жила в Польше, польский язык знала, и поэтому хорошо начала читать этот каталог, всю продукцию, ее состав, и впечатлил меня. Но когда начала расспрашивать дальше, ну, цены этого продукта, когда мне назвали, что хлорофилл стоит 700 гривен, я, честно, была в шоке. Свою историю говорю, потому что я подумала, боже, если этим бизнесом заниматься, кому этот продукт я продам? Ну, это очень дорого. И сказала, я подумаю. Когда пришла домой, я начала мониторить весь интернет, зашла на сайт на Польшу, начала читать лидеров, смотреть их продукцию, их отзывы про этот продукт, смотрела с доктора Кардаша, и я поняла для себя, что этот продукт я беру, потому что он натуральный, качественный, мне это подходит. 30 числа мы заключили контракт, и тут мне предлагают поехать в Киев на мероприятие, называется «Старт 90». Я подумала, опять все мероприятия, на которых рассказывают одно и то же, мне это как-то не очень интересно, но дала добро, в принципе, это было с инициативой моего мужа, который говорит, ну ты же поедь, все-таки познакомься с теми ребятами из Польши, которые предлагают тебе этот бизнес. На мероприятии в Киеве меня впечатлило то, что, знаете, я до этого сотрудничала немножко с компанией Mary Kay. Ничего плохого сказать не могу, много получила там опыта, но я не была лидером, я просто продавала косметику. Не строила команды, была просто продавцом. И отношение, в принципе, меня впечатлило тем, что они, у них совсем другая философия по отношению к людям, да, человек в центре внимания, потом легкий маркетинг, мне стало интересно, и на этом мероприятии рассказывали о том, что старт 90 шла тема о том, что, ну, всю жизнь люди ходят на какую-то основную работу, работают с 8 до 7, зарабатывают какой-то дополнительный себе основной доход. И, в принципе, два выходных и отпуск можно себе взять в какой-то момент, только тогда, когда, допустим, разрешит их руководство. Я решила попробовать, думаю, то, что они рассказывают, если вы будете делать какие-то действия, для себя решите, сколько времени уделите этому бизнесу в день. И увидите, стоит ли здесь заниматься или работать. Для этого нужно всего лишь 3 месяца. Что для этого надо было? Посещать, подписать контракт.
изучить всю эту продукцию, которая есть в компании. После этого посещать все мероприятия, которые она проводит. Это онлайн, офлайн, неважно. И я приняла для себя решение, что я попробую все эти 3 месяца и посмотрю, если будет какой-то результат, я здесь останусь в этой компании. И приняла решение ездить на все мероприятия, которые есть в компании, неважно, поедет со мной какая-то команда или нет. И я настолько влюбилась в этот продукт, что, в принципе, чтобы развивать здесь бизнес, надо было пригласить для начала 3 человека в команду. Но мне было это так легко, потому что, в принципе, в чем здесь интерес, что тебе не надо продавать продукцию, как, допустим, в Марике я ходила, продавала косметику и парфюм. Здесь надо было просто дать рекомендацию, а самое основное, что поделиться информацией о продукте с человеком. В принципе, 3 человека я подписала за 2 недели, получила статус лидера. И, в принципе, у меня получалось так, что каждый месяц 3-4 человека. Я их строила в 3 ветки, как, знаете, CV побиваю. Каждую ветку по человеку ставила. Посещала 7 мероприятия. И что для этого надо было? Волнуюсь, правда, извините. Тань, не волнуйся, мы все с тобой и все такие же, как ты. Поверь, если бы каждый из нас сейчас захотел что-то сказать, то все бы волновались. Поэтому, тем более с этим карантином, мы все меньше и меньше выступаем. Так что мы тебя поддерживаем. Вот смотри, сколько сердечек. Да, я хочу сказать, знаете, что привыкла работать через экран. Когда видишь людей, с ними общаешься глаза в глаза, здесь вроде тоже вижу много глаз, но в принципе, чтобы было легко здесь, знаете, я изучила 5 навыков продаж, и мне легко с человеком, вот не просто ему как бы рассказывать о том, что какой здесь, допустим, продукт или как можно построить бизнес, прежде всего при встрече надо выявить у человека потребность, что ему больше всего надо, допустим, то ли у него проблемы со здоровьем, то ли он его хочет улучшить, или у него нет денег и он хочет здесь зарабатывать. Я хотела сказать, знаете, чтобы у вас здесь все получилось, там и вот почему у меня есть много людей в структуре, да, и ко мне много обращаются, спрашивают, как у тебя это получается. На самом деле, вы знаете, я не знаю, вот мне сложно объяснить, потому что оно как-то само по себе идет. Вот с человеком встретился, да, выявил у него потребность, что ему надо, и, в принципе, человек принимает решение, и он здесь или пользователь, или начинает как бы строить свой бизнес. Поэтому моя рекомендация, да, посещать все мероприятия, которые дает компания. Если некоторые говорят, я уже на нем был, там мне нечего делать, и скажу, очень большая ошибка, потому что на каждом новом мероприятии вы услышите что-то важное для себя. Это правда. Поэтому развиваюсь дальше в компании надолго. Мне здесь очень нравится и всех приглашаю. Простите, очень нервничаю, волнуюсь. Хочу сейчас пригласить и поделиться историей, то есть поделиться своей историей Александр Асачи. Это мой бизнес-партнер, которым я, если честно сказать, очень горжусь, потому что он сейчас расскажет на самом деле, кто он. Это настоящий полковник. И на самом деле здесь не важно, какого ты статуса сюда приходишь или и какая у тебя цель. Поэтому, ну, я имею в виду то ли по здоровью, то ли бизнес строить. Поэтому, Александр, я буду рада, когда вы поделитесь своей историей. Спасибо большое. Спасибо. Добрый вечер всем. Спасибо большое, Таня. Очень приятно, когда вышестоящий спонсор знает, что такое настоящий полковник. Спасибо, Танюша. Я действительно военный, я отслужил 28 лет в армии, прошел все ступени, начиная там от солдата срочной службы, все ступени замполита. Я был замполитом роты, батальона, полка, дивизии,
танковой армии. Но по Украине это называлось зам по воспитательной работе. Потом я работал 13 лет в Приватбанке, потом работал в бизнесе во Львове, был директором Закарпатской нефтегазовой компании. Вернулся не знал, куда себя приложить, потому что идти в найм желания не было. Очень расслабила Закарпатская нефтегазовая компания, был сам себе начальником, довольно-таки это все было классно. И никогда я не занимался сетевым маркетингом. Да, по молодости я там продавал, у меня хорошо получалось продавать. Я продавал все, потому что были трудные времена. Единственное, что не продавал родину. А все остальное продавалось. Все продается, все, что можно продать, оно продается. Поэтому я вроде как неплохой продавец. Я знаю, что такое слово «надо». Я быстро принимаю решения. В своей жизни мне приходилось их принимать несколько раз. И, как правило, редко они были ошибочные. Донлайф я начал с нуля. Строить структуру, строить бизнес. Много учился, посещал тренингов. Я был на всех ЛДСах, 6, по-моему, ЛДС был очно. Я был на всех БДСах. Первый раз попали на БДС 2 февраля 2018 года. После этого я стал лидером группы. Потом поменяли правила, надо было делать золотого лидера группы. Подключили еще. 27 марта впервые я поехал в Польшу. У меня была тогда еще до безвиза, была бизнес-виза. Я когда работал во Львове, приходилось работать за границей. И я вам скажу, что такое воодушевление, такой подъем душевный я получил первый раз на ЛДС, что по возвращению, там по дороге уже 2 человека зарегистрировал новых, а в течение недели 8 человек добавил себе в структуру и выполнил тим-лидера. Получил впервые там неплохие деньги. Тогда еще за золотых лидеров платили. Ну, я понял, что с этим можно зарабатывать деньги. Много учился. Я был на тренингах Артема Нестеренко, потому что для меня было в новинку. Я слушал, читал и на сегодняшний день продолжаю учиться, потому что учеба, тренинги дают возможность самому делать какие-то выводы, самому куда-то двигаться, потому что только знание, только опыт может нам дать какие-то результаты. Потому что, я так поглядываю на время, армейский опыт, как показалось, ну, в сетевом маркетинге не подходит. Ну, поначалу я так думал, потому что Дуалайф меня очень поменял. Это благодаря Сереже Мартынцу, Грише Баширову, Тане Грицай. Я был, знаете, такой жесткий, требовательный, потому что для того, чтобы в армии добиваться успехов, когда я стал замкомандира учебного центра «Десна» по воспитательной работе, наверное, все знают этот учебный центр, как мне говорил один из родителей солдат, что это то место, где знущаются над нашими детьми. Так вот, я пришел, когда в учебный центр, действительно была плохая ситуация, была проблема с тем, что солдаты убегали с воинской службы. Мы делали очень много. Я вам скажу, мы даже сняли фильм на 3,5 часа, потом его отредактировали, сами сняли фильм и показывали всем молодым солдатам. Фильм назывался «Другой, который ты выбираешь». У нас была группа, профессиональная группа профессионально-психологического отбора. Мы откатали на этой группе методику адаптации молодого пополнения к условиям военной службы. И вот когда мне говорили, бери, пиши диссертацию, полный материал. Но не до этого было, потому что пришлось ломать систему через колено, под себя подстраивать систему, потому что командиры менялись, получали звание генерала и уходили. А солдатами надо было заниматься. Поэтому я очень хорошо разбираюсь в вопросах адаптации. И вот мне в конце прошлого года, где-то в начале осени, пришла такая идея о том, что адаптацией заниматься надо сейчас, но только своей команды, своего окружения, потому что мир меняется. Вот мы многое сделали, компания-то
быстро поменялось, несмотря на все эти ограничения, которые нас преследуют уже третий год. Компания ведь поменялась, и она нас меняет. Но не все это понимают, и мне хотелось бы, чтобы вы обратили на это внимание, что адаптироваться надо к условиям сегодняшней жизни. И если компания в условиях карантина смогла увеличить обороты, она смогла это сделать благодаря нам, потому что нам поставила правильные цели. И мы можем свою команду воодушевить на новые ступеньки в своей жизни, новые ступеньки карьерного роста. Ну, когда я пришел в Dolife, я сразу понял, что надо продавать. Мы с партнером сделали сайт, и действительно этот сайт там что-то продает. Мы не меняем цену, не снижаем, не демпингуем. У нас там есть телефон. Многие путают наш сайт с польским сайтом. Говорят, не могу зарегистрироваться, не могу заказ сделать. Очень часто звонят люди из других структур. Ну, у кого есть желание, можете посмотреть этот сайт, найдите его, если написать Dolife Ukraine, то мы там первые в поиске выскакиваем. Но это не главное. Я прошел вот много, я изучил весь аккаунт свой. Я проработал с виртуальным презентером. Я проработал с другими направлениями. К сожалению, мы туда, я вот хочу обратить внимание коллег, что надо, не надо ходить искать какие-то тренинги. Не надо ходить платить деньги за какие-то там обучающие структуры. Что тебе дадут сертификаты, ты будешь умным. У нас все есть у нас в аккаунте. И виртуальный презентер, который сейчас новый запустился и работает немножко по-новому, там версия 2.0. У нас есть бизнес-навигатор, в котором все рассказано, все показано наглядно. Вот учиться надо у себя в компании, и это очень важно. И я говорил о том, что мероприятия настолько вдохновляют, что были случаи, когда приглашенные мной люди сидели до перерыва и говорят, все, пошли регистрироваться. И мы выходили в зал, садились в холле и регистрировали новых партнеров. У меня довольно-таки большая структура, больше 500 человек. Но с этой структурой нужно работать. Я много экспериментировал, я вам говорил. По-разному представлялся людям, по-разному устраивал диалоги, использовал различные скрипты. Те, которые давали там мои спонсоры, те, которые скрипты очень хорошие есть у нас в виртуальном презентере. Но успеха мы можем добиться только тогда, когда мы выбираем свой какой-то путь. Когда мы выбираем свое направление, когда мы выбираем свою цель, чего мы хотим добиться. Мне сложно, может быть, советовать моим спонсорам, которые в сетевом бизнесе очень много. Мне приятно их слушать всегда, я всегда делаю выводы. Но у меня приходят нестандартные решения, нестандартные там я делаю посылы, нестандартно разговариваю с людьми и привлекаю их нестандартно. Ну, не так, как вот учат в книгах, а так, как чувствует душа, как чувствует сердце. Как-то Йона Гданец сказала, что люди нам платят деньги за то, что мы решаем их проблемы или помогаем решить их проблемы. И действительно это так. Вот среди, там, давно я уже в структуре, давно в Dolife, уже надо там подняться к региональному менеджеру, как-то был период, когда не хватило там 5000 баллов, потом как-то все просело. Но я знаю, что я буду региональным менеджером, региональным директором, потому что я этого хочу, и я этого буду добиваться. Чтобы многое не рассказывать, я вот хотел бы подвести итог и сказать несколько выводов. Ну, первое, это продажи продукции Dolife другим людям, вот просто продажи, сам покупаешь и продаешь, но бизнес на этом построить невозможно. Второе. Бизнес дает структура, которую ты выстраиваешь. Бизнес дают люди, которые постоянно употребляют эту продукцию. Члены команды, которые постоянно делают заказы, дублицируют тебя и привлекают других людей. Я уже говорил, третье. Нужны нестандартные решения. Нестандартные решения. Нестандартные подходы к людям. Потому что просто так сказать, что не надо вкладывать денег, вот зарегистрируйся, и ты получишь счастье. Правильно сказала Наташа в своем вступительном слове,
о том, что есть преимущество новое, им нужно использовать. Нужно хорошо разобраться с возражениями. Ведь когда говорят, нет денег, но на задачу деньги всегда находятся. Если тебе нечего кушать, то деньги находятся. Если, не дай Боже, кто-то заболел с членом семьи, деньги находятся. Или скажут, сейчас тебе продаем Мерседес, который стоит 100 тысяч за 5 тысяч долларов, то ты в течение часа эти 5 тысяч долларов найдешь, потому что есть задача. И как чаще мы будем себе ставить такие задачи, то мы чаще будем двигаться к намеченной цели. Поэтому я очень рад, что у нас сегодня получился довольно-таки хороший вебинар, хорошее мероприятие, очень много людей. Люди рассказывают, лидеры рассказывают о своих душевных болях. Есть душевные боли у всех у нас. Есть они у меня, есть у всех. Поэтому я на этом заканчиваю и хочу представить вам очень красивую девушку. Так получилось, что мы с ней вместе работали. И вот как-то так снова судьба нас свела в Dualife. Она, правда, в параллельной структуре. Она очень много делает для своего образования. Она постоянно учится. Это человек, который знает, чего она хочет, видит цель, постоянно двигается к этой цели. У нее большая структура. Она тоже вот в конце прошлого года выполнила executive лидера. Я представляю Евгению Гинер. Это хороший партнер, хороший специалист и надежный товарищ и друг. Спасибо. Василий Ильич, вы меня просто заставили улыбнуться еще раз и расплыться в 32. Благодарю за такое представление. Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, уважаемые партнеры. Я очень благодарна организаторам за возможность быть спикером и выступать на подобном мероприятии. Меня зовут Женя, я в компании уже 3 года, но активно развиваю бизнес последние 2 года. Что я могу, какими лайфхаками, да, поделиться своими? Я занимаю квалификацию executive leader, да, несмотря на то количество лет, ну, да, 2 года, которые я активно развиваю, могло бы быть лучше, но есть как есть, потому что каждый из нас приходит со своим опытом, каждый из нас приходит со своим багажом знаний, который позволяет нам либо быстро, либо двигаться в своем темпе, скажем так. Я двигаюсь в своем темпе, я не имела практики MLM-маркетинга, я не занималась сетевым маркетингом до Dualife. Как сказал Александр Васильевич, да, мы, как бы, был такой период времени, когда мы вместе работали, 8,5 лет я проработала в ГО «Приватбанка». Потом я уволилась, в принципе, по семейным обстоятельствам. Я уже, как знаете, не видела перспективы своего там развития, но могу сказать, это прекрасный жизненный опыт. Затем были беременности, роды, деток родила. Ну и, соответственно, когда детки уже подросли, я начала думать, поскольку я человек такой активный, я не могу заниматься только лишь детьми, мне надо заниматься еще чем-то и где-то еще параллельно реализовываться. Я начала искать проект, и правильно, как, да, Ольга говорила, когда ты посылаешь какой-то запрос во Вселенную, Вселенная тебе дает, пожалуйста, возможности. И с компанией я познакомилась благодаря тому, что я искала, как говорится, хороший продукт, это коллаген. Я, как сейчас помню, тогда я пришла на встречу, Александр, Маргарита в Днепре проводили встречи для партнеров, мне это очень понравилось. Ну, это была такая вступительная встреча, я зарегистрировалась, помню, не сразу зарегистрировалась, потому что, хотя я сторонник холистического подхода, но все равно, вы знаете, когда ты не используешь добавочки, там, как Таня говорила, да, капсулы кто-то пьет, значит, больной, что-то с ним не так. Ну, когда начала углубляться в тему, когда начала более подробно изучать, ставши уже, конечно же, партнером, пробуя продукт на себе, видя его прекрасные результаты, естественно, все вопросы отпали. Я посещала все мероприятия, которые были в онлайн-режиме, в офлайн-режиме до этой пандемии. Это, конечно, неотъемлемая часть моего роста тоже.
Но что я могу сказать? У меня вот задают, умею, да, считать деньги, у меня задают вопрос партнеры. То есть, Женя, скажи, пожалуйста, где ты находишь мотивацию, да? Вот, казалось бы, еще раз повторюсь, 2 года в компании, активно развиваю, в общем, 3, но только квалификация executive leader. И у меня самая главная мотивация, самый главный ответ на этот вопрос – это качество моей жизни, которая максимально стала лучше. То есть я перестала болеть, когда болеют дети. А вы знаете, что ну, здоровая мама – это вообще локомотив всей семьи. Поэтому мать должна быть здоровой, счастливой и реализованной. В общем, качество жизни – это, конечно, играет немаловажную роль. Вчера как раз с мужем разговаривали, что важнее – деньги или здоровье. Ну, конечно же, я считаю, что здоровье. Потому что… Какое бы количество денег ни было, но если здоровья нет, ты уже, в принципе, ну, как залатать можно дырочку, но кардинально изменить это нет, поэтому девиз – это профилактика. Профилактика – это лучшее лечение. Я благодаря компании, тоже немаловажный фактор, то, что я вот год обучалась, стала дипломированным интегративным нутрициологом. Эти знания позволили мне даже лучше понять и лучше… проследить тот качественный продукт, насколько качественный продукт и классный инструмент, с которым мы работаем. Конечно же, мотивацией это является неоспоримые те инструменты, которые предоставляет нам компания. То есть у нас действительно для развития есть все. У нас есть великолепный, шикарный продукт с прекрасными результатами. У нас есть шикарная система обучения. У нас есть… Все, что необходимо на 15 языках, просто бери, рекомендую людям и делай. У меня недавно подключился партнер из Швеции, она сказала, констатировала факт, она заказала, только лишь зашла за одной бутылкой витамина С, второй заказ ее был 6 бутылок витамина С, она тоже сторонник холистического подхода к здоровью, она сказала, что ваш витамин С, наверное, лучший в мире. Я говорю, я знаю, поэтому я, наверное, сотрудничаю с этой компанией. И не только витамин С. Ну, конечно же, что еще являлось моим ростом, это, естественно, работа над собой. Конечно же, обучение, тренинги, мероприятия. Самое важное, естественно, мероприятие от компании, потому что тот заряд мотивации, тот заряд энергии, который вы получите для себя на каждом из мероприятий, он просто шикарен. И каждый раз, когда, конечно же, у нас есть определенные этапы личностного роста, и когда ты приходишь, это как книга, знаете, вы перечитали книгу, в 5, 10, там, 15, 20 лет вы воспринимаете ее по-другому. Здесь точно так же работает. И я очень сильно рекомендую новым партнерам, которые еще не овладели всей информацией, которые не могут легко работать с возражениями, которые не могут корректно предоставить консультацию, да, дать человеку то, что нужно. Приводите на мероприятие его, приглашайте, и там уже вышестоящие ваши лидеры, партнеры с параллельных, вот как мы сегодня здесь собрались все, расскажут свою историю. И каждый человек возьмет что-то для себя однозначное. Как Александр Васильевич сказал, что да, действительно, на мероприятии бывают такие волшебные ситуации, когда уже человек сразу говорит, да, я хочу, потому что он так заряжен, он готов уже идти в бой. Поэтому я настоятельно рекомендую всем своим партнерам, используйте этот инструмент всегда, потому что наш бизнес строится от мероприятия к мероприятию, это факт. И это мероприятие онлайн сегодня мы как раз и сделали для того, чтобы… зарядить мотивацией, для того, чтобы поделиться историями, для того, чтобы каждый нашел что-то для себя, потому что мы все здесь разные. Кто-то нормально говорит на камеру, кто-то прекрасно выступает на офлайн-событиях, да, но нас всех объединяет одна ценность, нас всех объединяет компания. И я не побоюсь этого, ну, так выразиться, то, что мы делаем генерацию здоровее нашу. И это факт, это правильно. Все болезни молодеют, и правильно донесение информации, которая может прекрасно иметь финансовый результат, ребята, а он может быть и есть. Это вообще, не знаю, пушка-ракета, 2 в 1, 3 в 1. Используйте все инструменты, используйте все
возможные сайты, ну, все, что дает нам и предоставляет компания для вашего развития, обучающие. У нас очень много тоже обучающих материалов, обучающих вебинаров различного направления. Даже с энергопрактиками мы работаем, потому что наши лидеры и наши вышестоящие спонсоры заинтересованы в том, чтобы мы росли, мы заинтересованы в росте наших партнеров. Вот такой, в принципе, короткий спич. Я надеюсь, что вы взяли что-то полезное для себя. И я бы хотела представить тоже следующего спикера, прекрасную девушку, Марина Выхрест, она тоже из Днепра. Это эксперт в области планирования, тайм-менеджмента, человек, который построил бизнес благодаря своему личному бренду в онлайне. Мариночка, я передаю тебе слово. Благодарю всех за внимание. Благодарю, Женя. Просто мне, если хорошо слышно, дайте знать, поставьте что-нибудь в чат, чтобы я поняла, что все, микрофон работает, звук есть, у меня отлично слышно. Женя, ты просто такую энергетику передала, вообще зарядила. И действительно, эта связка, когда мы понимаем, что просто офигенно качественный продукт, когда мы делимся с людьми, да, той ценностью находиться здесь, в этой компании, и применять продукт на себе, и плюс еще на этом можно делать деньги, это втройне приятно, это просто удваивается такой, я считаю, что это просто космически приятно. И я тоже, как и Женя, пришла в этот бизнес, не имея опыт ранее в сетевом. И на тот момент, когда я стала партнером, приняла такое решение, я его принимала очень быстро, мне просто хотелось, у меня был запрос, и как и у многих людей, которые что-то ищут, им приходит всегда возможность на этот запрос. И я знала, что это возможность моя, и я моментально приняла решение быть партнером. И на тот момент, кроме страха о том, что это настолько новое для меня, у меня ничего не было, ну, опыта не было, я даже не знала, как в этой компании продвигаться, но у меня было настолько много мотивации, интереса, и я так увлеклась вот этой идеей чего-то нового, я ходила на все онлайн-события, зумы, да, там первую, вторую неделю, когда я напиталась, буквально месяц, возможно, три недели, начала работать продукт, естественно, и это было что-то удивительное, потому что я до Life лет 10 пила БАДы различных компаний, и когда я неожиданно получила столько энергии, и я поняла, что это вот от нового продукта, тут меня уже было не остановить, я начала об этом рассказывать громко в соцсетях в своих, просто организовывать каждую неделю встречи, презентации бизнеса, на которых я не знала, как проводить правильно презентации. И честно, меня это не пугало. Ну, мне не надо было тогда делать правильно. Вот это вот количество энергии, которую я получила от простого продукта, первый продукт, который я пробовала день-ночь, это было настолько ярко. Это первый такой, да, пазл большой. Те люди, которые окружили меня в этой компании, это мои вышестоящие лидеры, то, о чем они говорили, это настолько резонировало, я понимала, что в обычной, ну, в обычной жизни, на той работе, на которую я ходила ранее, там, да, за несколько лет до того, как я пришла в Dual Life, нет такой квинтэссенции классно качественного окружения. Продукт, окружение, возможности строить бизнес по всему миру. Это международный бизнес, он не ограничивается нашим городом, потому что мы ходим в офис, мы работаем на какое-то предприятие, или если мы фрилансеры, мы работаем на себя, но все равно так или иначе мы ограничены как-то территориально, или даже масштабом мышления своего, мы тоже ограничены. А здесь компания, которая, вот, да, если взять глобус, она есть практически по всему миру, и сама мысль того, что ты можешь строить международный бизнес, меня это так зажигало, что я просто с такой энергией, наверное, может быть, я тогда казалась похожа на немножко сумасшедшую, но мне так это все нравилось, я просто каждую неделю делала презентации, и делилась я этим в своих соцсетях, я активно-активно рассказывала во всех чатах, где я была, записывала видео, я использовала тот опыт, который у меня был,
я умела говорить, я умела организовывать встречи, я умела говорить на видео, умела записывать сторис, прямые эфиры. Вот то, что я умела к тому моменту делать, я везде, абсолютно на всех ресурсах рассказывала, какую классную компанию я сейчас нашла. И мне не важно было, захочет человек ко мне присоединиться или нет. Мне важно было ему просто об этом поделиться. И на тот момент у меня уже, видимо, был достаточно хорошо наработан личный бренд. Просто все мои знакомые... Я не звонила никому лично. Даже мои друзья, которые сегодня уже тоже есть, являются моими партнерами, они узнали это через соцсети. То есть я не работала по классической схеме, потому что у меня не было опыта сетевого. Я использовала просто свой опыт и просто делилась. Собственно, софт-маркетинг в действии, да, полностью, абсолютно на 100%. И это дал тот результат, который сегодня у меня есть, и я им очень довольна. И на сегодняшний день я только считаю, что начинаю свой путь в MLM, потому что я сейчас с интересом учусь тому, как правильно вести MLM-бизнес, какие здесь есть инструменты. И вот на такой стадии ученика это еще интереснее. И кроме того, что я довольна своим результатом, я довольна тем, что эта компания, она задает темп. То есть всегда есть к чему стремиться. Это большое количество обучений. Просто постоянно, вот это самое ценное, что есть в нашей компании, это очень высокого уровня осознанности люди. И здесь все такие. Здесь вот не нужно никого за собой тащить. Не нужно создавать какие-то определенные условия. Вот есть желание, есть, да, такое намерение. Есть люди, которые тебя в этом поддержат, это очень важно, поддерживающее окружение. И просто делай действия регулярно, и будет тот результат, к которому каждый хочет прийти, у каждого он свой. И, конечно же, нельзя сегодня уходить только онлайн, очень важно живое общение. Как я сказала, я проводила встречи это были живые, офлайн, но люди, которые приходили на те встречи, благодаря, да, которые стали партнерами и сегодня здесь развиваются вместе со мной, они узнали об этом через соцсети. И я думаю, что как раз такая эпоха, когда можно соединять классический опыт MLM-предпринимателя с таким современным течением того, как мы ведем бизнес. И компания на это сразу перешла. И затем начался карантин, когда пришлось освоить навыки, и пришлось освоить соцсети тем, кто еще к ним не прибегал. И вот сегодня мы делимся опытом, и невероятно огромное впечатление у меня лично оставило путешествие менеджерское, которое у нас было этой осенью. Вот мы все путешествуем с семьей, возможно, с друзьями, с подругами, но когда это путешествие с партнерами, с вышестоящими лидерами, это абсолютно другого качества отдых, и это то, к чему здесь нужно стремиться. У меня было менеджерское путешествие, и теперь я ставлю перед собой цель, конечно же, директорское, и с удовольствием веду с собой команду. Я, да, вот чем приятна компания, тем, что спонсорам просто очень, ну, они заинтересованы в том, чтобы каждый человек в команде рос. И вот эта передача этой ценности, меня это очень заряжает. Мне нравится, что здесь вот такой экологичный, интеллигентный бизнес. Это то, чем хочется делиться с людьми. И, конечно, мы все разные. Каждый ведет бизнес как может, как умеет, и обучение тоже нам способствует в нашем развитии, и там вот Женя пришла не из сетевого, да, Александр тоже не был ранее, не имел опыт в сетевом, а следующая участница наших встреч сегодняшних, наоборот, таки имела до того, как пришла в Dualife, уже 22 года опыта в сетевом бизнесе, и до Dualife тоже были разные компании, вот. И очень важно, что тот спикер, кого я представляю дальше, она осознанно, да, выбирая по своим личным критериям, выбрала компанию Dualife. То есть у нее уже был опыт в сетевом огромный,
И она сознательно выбрала компанию Duet, потому что она подошла по различным параметрам, по различным критериям, ее опытному, ее как бы наработанным уже навыкам эта компания подошла. И я представляю вам Викторию Люльченко-Беляеву. Я знаю, что ей буквально немножко по такой инсайдерской информации у них остается немножко буквально полшажка до следующей такой огромной крутой квалификации. Виктория, приглашаю вас. Спасибо, Марина. Прям, как это, твои слова да Богу в уши, да? Так говорят? Спасибо, приятно. Друзья, правда, я тот человек, который знает, что такое MLM, и считаю себя профессиональным сетевиком. Больше 20 лет я уже работаю на себя. Это прекрасный бизнес. Я, наверное, вкусила все сладости MLM-бизнеса. Это и вот та свобода, о которой говорила Ольга, да, независимость от верхних руководителей, которые могут быть не весьма приятными людьми, свобода в передвижениях, свобода планировать свой день. Но много-много преимуществ есть именно в этой системе ведения бизнеса. И была в моей жизни такая история лет 5 назад, когда я искала себе реализацию. Ну, так случилось, так было, когда мне надо было менять свою... Не вижу себя, прошу прощения, поставлю себя. Была такая ситуация жизненная, когда надо было менять... место работы. Я переезжала с одного региона Украины в другой, кардинально менялась моя личная история, соответственно, и реализовывать себя в каком-то проекте тоже надо было. И тогда я, четко понимая, что я могу, на что я способна, я просто делала отбор. Это правда так было, я завела ежедневник и просто выписывала те компании, которые мне попадались в интернете, все разные, все, что работало на территории Украины, там, где я могла бы себя проявить. Это были и хайпы, это были и инвестиционные какие-то проекты, и страхование, и косметика, ну, все абсолютно. И просто изучала эти компании, эти возможности. Что-то вычеркивалось быстро, потому что оно мне не подходило. У меня были свои четкие критерии, которые, в общем-то, за эти 5 лет и не поменялись. И я хочу вам их озвучить, потому что, может быть, кому-то это будет полезно. Итак, первый критерий, который был тогда, 5 лет назад, это продукт. Продукт, за который бы мне не было стыдно. У меня даже так это было записано. Я понимала, что можно потерять свою репутацию, можно потерять свое имя, если связаться не с той компанией, не с тем продуктом. Но так бывает, да, MLM – это же такая индустрия очень, ну, широкая. И на тот момент я совершенно не знала, что такое БАДы. Я ими не пользовалась, я их не употребляла. Ну, какие-то витаминки там аптечные периодически как-то пролетали. Но благо, с этим можно разобраться легко. На сегодняшний день, в эпоху интернета, проверить сертификаты, составы, все это можно довольно как бы несложно. Следующий критерий, это уже был мега какой важный, это деньги, это заработки, потому что идти в проект, зарабатывать профессионально деньги, вести за собой людей, выстраивать команду, отношения и не зарабатывать в этом, ну как-то мне не хотелось. И еще мне хотелось, чтобы люди со мной тоже зарабатывали. В моем жизненном опыте было, когда зарабатывала только я, а команда не очень. Поэтому, понимая, что цементирует бизнес хорошие доходы на каждой ступени. Маркетинг Duo Life посчитать мне удалось довольно легко, поэтому я здесь. Третий критерий – это перспектива, это возможности, это возможность состояться в этом бизнесе, состояться в этой компании, и то, что это было начало, это и сейчас есть начало в Украине, потому что не настолько мы распространены, не настолько сейчас еще у нас настолько узнаваемый бренд. Вот эта вот возможность, она очень подогревала мой азарт. Ну и возможность выстраивать бизнес международно, когда ты имеешь бизнес еще и в других странах, это чудесно, это прекрасно, потому что жизненные ситуации тоже меняются, и здорово, когда есть
скажем так, у нас праздники, Украина ушла в праздники, да? Мы 2 недели празднуем, а Польша уже с праздников вышла давно. Ну, прекрасно. А некоторые страны не уходили так глубоко в празднование Нового года. Поэтому это тоже влияет на стратегию построения бизнеса. Вот это те 3 критерия, которые у меня были тогда изначально и по которым я отбирала себе компанию, где бы я хотела быть. Мероприятия. Да, это очень важная вещь. Здесь все спикеры об этом говорят, и я хочу тоже свою лепту сюда внести. Когда я попала на первое мероприятие в Польше, это был ЛДС, и еще не было польских перевода на русский язык. Я просто поехала посмотреть, ну, что это. Но несказанно была впечатлена крытым стадионом и 2000 человек, и которые не просто сидят, а они работают. Это было видно. ЛДС – это семинар личностного развития. И тогда были задания в парах, как-то группово, что-то обсуждалось. Перевода не было. Я сидела в самом конце, сзади, просто слушала сердцем и наблюдала за людьми, за тем, что происходит. Поразило то, что не было понтов, не было каких-то таких, на мой взгляд, очень пустых, надутых обещаний. Хотя в МЛМ понты, ну, вещь нормальная. Вот. Этого не было, и для меня это было таким показательным каким-то раскладом, такой галочкой. Обрати, Виктория, на это внимание. Мероприятия, которые проводятся у нас, и проводились, и проводятся, и будут проводиться, наверное, это залог успеха для любого начинающего. Вот вам совет, как выстраивать бизнес в DuoLife. Посещайте все абсолютно мероприятия, которые идут. Организованные компании, организованные верхним спонсором, неважно. Даже вот есть возможность попасть на мероприятие другой структуры, так, пожалуйста, идите на это, потому что за вас сделают всю работу. Во-первых, не приглашайте туда кандидатов, потому что за вас сделают всю работу. Профессионально, красиво презентуют, донесут, разложат все. Потому что в начале, ну, первых полгода нет того... то есть способности так красиво презентовать. Ну, в большинстве, да, я себя даже помню про то, что я про продукт, ну, вообще 2 слова связать не могла. Я первый год училась, изучала продукт детально-детально. Ну, как-то же я об этом продукте рассказывала. В большинстве случаев я использовала те мероприятия, которые давала компания. Это были мероприятия по здоровью, презентации от специалиста. И таким образом я просто съезжала с той темы, которую я не знала. Я не знала о БАДах, я не могла объяснить их преимущества, поэтому сама сидела как ученик, сама записывала и изучала, и в то же время компенсировала вот ту свое незнание. Ну и в то же время, вот возвращаясь сюда, к мероприятиям, за вас делают всю работу, красиво, профессионально все презентуют, и вы научитесь. С каждого, я до сих пор учусь, с каждой встречи, с каждого мероприятия, кто бы ни выступал, все равно находится какое-то свое слово, какое-то выражение, какой-то инсайт всегда ловится, своя триггерная какая-то точка. И очень даже надеюсь про то, что наш сегодняшний эфир, наша сегодняшняя встреча, она будет вот той триггерной точкой для многих из вас, потому что выйти из новогодних праздников тоже как-то уже хочется. Вот, возможно, именно сегодня, понедельник, первый рабочий вебинар, так официально, да, 2022 года, это станет вот той какой спусковой какой-то точкой. Много хочется рассказывать, правда. Я могу рассказывать, наверное, до утра про DuoLife. Хочу передать слово, потому что есть у нас Алаверды. И хочу сказать так, что когда я в нашей профессии встречаю семейную пару, для меня это всегда означает только одно, что это люди, у которых громаднейшее терпение и громаднейшая выдержка. И, наверное, поэтому они успешны. Я представляю вам семейную пару Мартынец, Виктория и Сергей Алаверды. Спасибо большое, Виктория, нам очень приятно. Ребят, я не знаю, как вы сидите и здесь ничего не пишете в чате, но мне кажется, вот столько энергии, спикеры абсолютно разные, и я от каждого учился.
поставьте, пожалуйста, в чат хотя бы плюсик, если вы учитесь сегодня. Потому что такие мероприятия, они действительно, они дают помимо энергетики, энтузиазма высокого, еще и дают реальные знания. То, что рассказала Виктория и предыдущие спикеры, это, мне кажется, очень полезно, это можно применять. Вы знаете, когда мы пришли в этот бизнес, у нас уже также был опыт. Причем был опыт и неуспешный в первой нашей компании, и успешный во второй компании. И мы, честно сказать, не собирались никуда уходить с той компании. Надежная, большая, стабильная компания с хорошим продуктом. Но, тем не менее, так получилось, что мы пришли в DuoLife. Потому что мы увидели здесь что-то другое. Вот прям абсолютно отличающееся от другого. Здесь никто не машет чеками, никто не говорит, что ты будешь там богатым на второй год, ты станешь супермиллионером, ты будешь первым и так далее. Нас это привлекло. И так получилось, что мы поехали в Польшу для того, чтобы принять решение. Мы попали в сердце компании, в офис. Наши спонсоры, спасибо Александру Козулину, спасибо Александру Еремчуку. Это те люди, которые нам отвечали на все наши... Их было бесконечное количество вопросов. У нас было столько вопросов и по маркетинг-плану, и по самой организации. И я сам по жизни такой, знаете, но у меня было очень много сомнений, будет ли эта компания долго работать, а если здесь люди, которые пришли на продукты и не на бизнес, да, потому что у меня такой аналитический склад ума, и я очень много компаний анализировал. И вот такой компании, где я хотел бы быть, вы знаете, вот буквально полгода назад я общался с одним человеком, который когда-то был в сетевом, и он захотел открыть свою компанию. И сейчас он мне задал вопрос, скажи, пожалуйста, вот какую компанию ты бы вот хотел, идеальную? И вы знаете, я начал перечислять факторы, и я сказал, ты знаешь, вот я понимаю, прямо вот сейчас я в той идеальной компании, которая отвечает абсолютно всем моим параметрам. Потому что здесь есть абсолютно все, что нужно для того, чтобы достичь долгосрочного успеха. Здесь есть и развитие, и здоровье, и классное окружение, и обучение, и в центре внимания здесь человек. Это очень важно, это можно прочувствовать на таких больших мероприятиях, живых мероприятиях, на которые мы постоянно вас приглашаем. В этом бизнесе первый наш опыт, мы услышали такую фразу, что это бизнес человеческих отношений, бизнес с человеческим лицом. И это действительно так. Здесь намного важнее как раз человеческие отношения. И основным активом в этом бизнесе являются не ваша структура, не деньги, не количество людей, а ваши отношения, которые вы построили с вашими людьми. Это основной актив, за который нужно бороться и вот прям его создавать по крупинкам. Вы знаете, самое большое, что вот мне, чем я больше всего горжусь, это наши партнеры и мой самый главный партнер, это моя любимая супруга Виктория, которая всегда меня поддерживает, которая является моим мотиватором вместе с нашим сыном, потому что в этом бизнесе, ну, мы все люди, у нас у каждого бывают какие-то моменты, когда на что-то опускаются руки, пропадает какая-то мотивация, энтузиазм, то друг друга мы поддерживаем, и я хочу передать слово своей Виктории, своему главному партнеру в этом бизнесе, потому что она для вас подготовила очень важную информацию. Ну вот, заинтриговал. Всем добрый вечер. Рада всех видеть, слышать. Огромная благодарность тем спикерам, которые уже выступили. И с нетерпением еще ждем, совсем уже чуть-чуть осталось до завершения нашего вебинара. Вот, спасибо всем, кто включил камеры. Это очень классно, потому что видно ваши глаза, видно ваши улыбки. Это тоже очень круто. Друзья, знаете, вот сижу, ну, как бы готовишься к одному, а потом в процессе, да, вот этого вебинара ты как-то подчеркиваешь для себя какие-то пункты, которые бы я хотела выделить. Мы все ждем какого-то секретного секретного успеха. Как же сейчас, может быть, кто-то скажет, и все, и у меня попрет. На самом деле, друзья, вот мы для этого посещаем мероприятия, сегодня каждый спикер об этом говорит, и я тоже повторюсь, потому что этот бизнес строится от мероприятия к мероприятию. Классно, что у нас есть онлайн-возможность с разных стран, да, с разных городов тут встретиться. И та новость, о которой сегодня мы все жужжим и говорим о том, что у нас встреча в Киеве будет 19 числа, напоминаю, это я хотела у вас всех проверить, вы помните, когда у нас в Киеве мероприятие, что мы очень хотим вас туда пригласить, и мы там будем, несмотря на то,
приедете туда вы или нет, мы там точно будем, 100%. Но вы же не забывайте о том, что компания нас тоже обучает, и не забывайте о том, что для тех людей, которые не из Украины, а из других стран, у вас есть возможность приехать в Польшу на мероприятие, на TFT, которое будет в апреле месяце. И ну, это на самом деле очень важно. Наш бизнес строился, мы такие, мы исполнительные. Что нам говорят наши спонсоры, то мы и делаем. Мы не изобретаем велосипед. У нас, я поздравлю нас всех, у нас у всех замечательная вышестоящая спонсорская линия. Это очень круто. И я бы, наверное, хотела вас попросить об одном таком домашнем задании. Пожалуйста, вот если вы слышите, видите, сделайте одну такую вещь. После того, как закончится этот вебинар, напишите тому человеку, который вас сюда пригласил, обязательно напишите в Telegram, Viber, позвоните, если, может быть, вы захотите услышать голос. Напишите, что вам запомнилось с сегодняшнего вебинара, что вам понравилось. Я вас об этом попрошу, ну а там как бы ответственность будет лежать на вас. Что бы я вынесла, какие пункты? Может быть, я для кого-то Америку не открою, но для нас это на самом деле очень важные вещи, и мы стараемся это передать нашей команде. Посещение всех мероприятий. Второй момент, мы говорим о продукте. Каждый из лидеров говорил о продукте, и он говорил о том, что он им сам пользуется. И это очень важно. И знаете, быть не просто пользователем своего продукта, а быть стопроцентным потребителем, быть продуктом своего продукта. Если у нас есть зубная паста в Dual Life, то я никогда не пойду покупать зубную пасту в другой магазин. Зачем? Ну, это бессмысленно. Я покупаю в своем магазине эту пасту. И из-за эти рекомендации, да, я уже знаю, какая она, я могу свободно... Скажем, и никто не заподозрит, что я ей не пользовалась. Я могу свободно о ней рассказать другим людям. Я хочу тоже сакцентировать внимание, например, на том, мыло, что... Да, недавно, как ты продала мыло, поделись. Ну, подружке. Пришла подружка... Да, пришла подружка в гости, помыла руки и просто ахнула от нашего мыла алоэ. И говорит, все, я у тебя хочу его заказать. У меня и в запасике он был, поэтому... А вот если было другое мыло стояло, да? Ну, все, не было бы этого заказа. И не было потенциально партнера, который, может быть, потом построит большой бизнес. Кто знает, такие истории надо есть. Надо было оставить ее на ночь, чтобы она еще зубы почистила нашей зубной пастой. А утром мы ее напоили день и ночь. И, в общем, получился бы у нас партнер на 500 пунктов сразу же. Ну, в общем, друзья, вы поняли, да, о чем мы говорим? Еще как бы такой один момент, что ну, в этом бизнесе мы консультируемся. Обратитесь к тому человеку, который вас пригласил. Если он еще без опыта, поднимитесь выше. Эти люди в вас финансово заинтересованы, они заинтересованы вам помочь. Так же самое, как и компания заинтересована в развитии, ну, в таком глобальном, да, и компания растет. И то, что мы с вами где-то сидим на каком-то своем месте, это не значит, что компания не растет. Компания растет, значит, это где-то мы, свой попец, высиживаем, да, и чего-то ждем, какого-то золотого яйца, извините за выражение, но какой-то пинок нам надо получить, и вот этот пинок мы можем получить где? Ну вот на онлайн-вебинаре, конечно, это сложновато так прям, но мы стараемся, да, друг друга попинать, даже речь не идет тут о нас и самих, вот, поэтому на киевском мероприятии пинок можно получить хороший, поэтому там важно быть, скажем так. Бизнес-отношения 100%. Я, сидя здесь, очень переживала за всех выступающих. За Танюшу. Продуктом действия мероприятия. Если ты будешь двигаться, а не сидеть на месте, вот это будет, наверное, не наверное, а стопроцентно будет результат. Какой он будет, все будет зависеть от того, как вы это делаете. Поэтому проанализируйте свой месяц, возьмите вот с сегодняшнего дня и проанализируйте, чтобы каждый месяц вы делали хотя бы по одному приглашению в день. Да, одно знакомство, один контакт с человеком, может быть, не сразу в лоб вы ему предложите, но возьмете
скажем так, закиньте удочку, узнайте его потребности какие-то, да, чтобы потом чуть-чуть с выдержкой сделать ему предложение, актуальное для него. Не лупите в лоб, да, там, что вот я знаю. Еще лучше спросите у ваших спонсоров, они все как знают. Как это сделать, да. Поэтому я попросила вас, напишите, не забудьте об этом, напишите тому человеку, который вас пригласил на вебинар, что вам понравилось. Может быть, у вас появились вопросы, а может быть, наоборот. Я, наверное, закончу, а то я тараторю, могу долго, время как раз четко закончилось. Да. Друзья, с огромным уважением я хочу представить следующего нашего спикера. Это человек, который повлиял на наш бизнес в первую очередь, и это человек, который с опытом, тоже с огромным большим багажом знаний, это человек, которому мы обращаемся, это человек, которого мы слушаем, когда собираемся на таких больших мероприятиях в Киеве, да, это, ну, мы очень восхищены, это нам посчастливилось, это наш спонсор, один из наших спонсоров, это Александр Иванович Еремчук, это человек, которого можно слушать и очень много для себя нового подчеркивать, поэтому, друзья, попрошу ваши восклицательные знаки, проснитесь, вы еще здесь, мы уже подходим к финалу, Александр Иванович, рады вас тут приветствовать и слышать. Передаем вам слово. Спасибо большое, Вика, большое спасибо огромное. Вот я сам себе удивляюсь, честно говоря. Я уже не знаю, какое количество раз мне приходилось выступать перед своей командой более широко, вот, но все равно каждый раз волнение присутствует. Вот Таня говорила, что очень волнуется, да? Это все так понимают, наверное, это никогда не закончится, и причина в том, что мы все люди живые, все очень похожи, у нас у всех одинаковый внутренний мир, и когда что-то неизвестное подходит, а выступление это всегда немножко как бы такой прыжок куда-то, да, вот в эти вещи происходят. Я сегодня хочу, вот меня Наташа спросила вначале, говорит, где это я нахожусь, да, в каком месте таком прекрасном. Вот, это такая вот, такую заставочку я себе красивую подобрал, потому что для меня это олицетворение, во-первых, нашего бизнеса, вот, он связан и со здоровьем, и со свободой, и с благополучием, и с путешествиями. И, кроме того, у меня сейчас как-то так вот в команде получилось, что начали приходить люди, которые очень любят горы. Я сам в юности очень любил горы, ходил в альплагеря, вот, и как-то вот сейчас, в последнее время, просто удивительное, знаете, вот как говорят у казахов, когда, ну, вот на Востоке, если начинает структура строиться, не только у казахов, но вообще у восточных, в Юго-Восточной Азии такие, я наблюдал тоже такие вещи. То есть один человек подключается, и как-то так начинает сразу идти целая волна, как вот пласт появился, знаете, у шахтеров, и начинается такая разработка. Так и сейчас тоже. Вот у меня появилось, даже здесь присутствуют некоторые из них, вот люди, кто связан как раз с горами, для меня это так приятно, и есть всегда повод какую-то свою мысль, какую-то информацию соединить вот с этими вещами, которые мы получаем визуально вот от этих эмоций. И, конечно, моя любовь к этому бизнесу очень большая. Я думаю, что те, кто сегодня первый раз, и те, кто уже есть, вот об этом Виктория говорила тоже, о том, что без любви очень сложно заниматься чем-то. Если тебе работа не нравится, если тебе бизнес не нравится, если тебе какой-то проект или продукция не нравится, то надо тогда просто искать то, что нравится. Вот. Без этого не получится, потому что нужна обязательно осанка, нужна такая внутренняя позиция, и всегда люди слышат нас тогда, когда мы говорим действительно сердцем. То есть не так даже важно, что мы говорим иногда, бывает, какие-то там подбирать там точные детали, какие-то цифры, какие-то, может быть, важные подробности. Это не так играет, как вот, например, играет роль то, что мы чувствуем в этот момент. И вот люди, те, кто к нам приходят, с кем мы общаемся, я думаю, что вы это тоже согласитесь и чувствуете. И сами, наверное, каждый из нас тоже сам когда-то подключался первый раз. Вот нас включает, и тех, кто приходит к нам, включает в первую очередь наши отношения. Меня тоже включило именно отношение. Мне, например, в Дуалайфе позвонил
человек, мой, один из моих партнеров по прошлому бизнесу. Я не собирался, не думал, как все, знаете, как всегда бывает, что-то менять в тот момент. Было это все. Но его отношение, его чувства, он мне позвонил и прямо взахлеб сказал две вещи. Говорит, продукция 2,5 года в жидком виде, абсолютно без консервантов, и в жидком виде 2,5 года хранится. Это меня просто заинтриговало, потому что я прекрасно знаю, что такое другие БАДы, много приходилось мне достаточно видеть разные компании, и часто об этом говорили, но вот этот момент меня заинтриговал, и я решил поподробнее разобраться для того, чтобы их разоблачить, что это не так, что там наверняка есть какие-то ЕФКи обязательно. Это первый момент. Второй момент – это то, что в этой компании, когда у тебя в группе 50 человек пользователей, 50 человек – совсем маленькая совсем организация, человек получает от компании автомобиль. И вот эти две вещи, вот эти два момента, для меня как раз я услышал вот от этих эмоций, от того человека, который мне позвонил по телефону, говорит, вот у нас поляки в Одессе, мероприятие там было, первые такие были приезды. И что бы я хотел сегодня донести вот моим фоном и вот этим моим выступлением сегодня, я не буду рассказывать подробно свою историю, конечно, приходилось много видеть, я могу только одно сказать в своей истории. 100% мне приходилось и самому несколько раз достигать очень хороших результатов в сетевом бизнесе и видеть особенно большие результаты и быть знакомым со многими людьми, которые получают огромные деньги. Я даже не хочу это сейчас озвучивать или какие-то цифры, но это действительно прекрасно работает. И вот в чем красота этого бизнеса? В том, что вот сегодня мы это видим, я вот всех слушал и восторгался, и учился действительно, вот, как уже говорилось здесь, то же самое у каждого человека обязательно какая-то мысль, какая-то идея звучала даже у человека, который только приходит. И вот эти вот отношения, вот эти вот возможности для любого человека, неважно, имеешь ты опыт там большущий в этом бизнесе много лет, например, неважно, какие ты имел результаты, или ты приходишь с нуля, если у тебя внутри есть позиция своя, если у тебя есть, знаете, такое слово «осанка», есть хорошее такое слово «осанка», это значит, когда ты начинаешь говорить, то люди тебе начинают верить даже, не понимая почему, например, да, а просто потому, что у тебя есть позиция, у тебя есть свое отношение к этому всему. Все мы хотим достичь успеха, правда? Вот кто не хочет достичь успеха? Все хотят достичь успеха. А что такое успех? А успех – это наша позиция в умении наметить для себя цель, наметить для себя направление движения, наметить для себя ту тему, которой мы хотели заниматься, и достичь этих результатов. Вот эти два фактора, вот эти два умения, они являются вот очень простыми и в то же время самыми важными. Уметь поставить для себя программу. У нас есть вот чудесная информация с маркетинг-планом. Вот обязательно необходимо для себя четко иметь такую мотивацию, вот такое желание, которое будет тебя справляться с твоими, может быть, какой-то или ленью, или какими-то проблемками. Когда-то Том Шрайдер, я, знаете, такого спикера известного американского, приезжал к нам в Киев и рассказывал, как лидер идет, как идет просто человек, он встречает проблему, присаживается вниз и начинает с этой проблемой разбираться. А человек, у которого есть вот это видение цели, и понимание. Он эти просто проблемки берет, перешагивает, идет дальше, идет. И вот в этом отношении, конечно, видение направления движения – это вопрос номер один. Вот, потому что я с ноутбука не смог отследить. Всегда находится кто-то, кто, может быть, как-то специально, может, не специально включается, но, тем не менее, знаете, всегда, чем больше людей, тем больше вероятность, что появляются какие-то хейтеры, поэтому, значит, мы в правильном направлении идем. Александр Иванович, спасибо большое за ваш опыт, за ваше наставничество. Мы постоянно с большим уважением относимся к нашему спонсору и всегда стараемся не тревожить по мелочам, но когда есть какие-то вопросы, мы всегда консультируемся, знаем, что Александр Иванович – это кладезь мудрости и большого-большого опыта. У меня есть еще важная информация для вас, потому что я хочу представить следующего спикера. Знаете, сегодня на самом деле у нас как бы спикеры украинские, да? Сегодня топ-лидеры Украины, но есть еще один человек,
который является не резидентом Украины, но тем не менее бизнес у него огромный в Украине. Я хочу представить вам Александра Козулина. Это генеральный директор, это самая большая квалификация, которая есть в этой комнате как минимум, да, и топ-4 в DoLife в принципе в мире. Я благодарен Александру вместе с Маргаритой, я надеюсь, они будут вместе, я благодарен, что мы можем обучаться. Вы знаете, это те люди, которые всегда с открытой душой, мы всегда по любым вопросам можем консультироваться, несмотря на такой высокий статус, они всегда на связи, даже там на отдыхе, даже несмотря на то, что у них 5 детей, это просто это люди, которые всегда готовы прийти на помощь, и мы перенимаем опыт и, конечно, стремимся тоже к вашим вершинам. Александр, Маргарита, прошу вас, ваш выход. Уже у нас осталось совсем чуть времени, но я бы очень хотел бы, чтобы у вас тоже была для нас какая-то информация. Спасибо большое, Сергей. Всем добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как нас слышно. Потому что, да, мы действительно сегодня сейчас вдвоем, и я действительно не резидент Украины, но Маргарита, вместе с которой мы строим бизнес, она резидент Украины, национальный директор компании клуба DoLife, и поэтому две минутки я хочу как раз ей передать слово. Это человек с большим опытом и с серьезным пониманием, поэтому Маргарита, пожалуйста. И с большим сердцем. И с большим сердцем. Всем добрый вечер. Вам сразу лучики энергии, лучики света от меня из Варшавы. Очень классное вообще сегодня, по-моему, событие. Я обожаю слушать лидеров. Мой бизнес начался лично именно из одного из таких событий, где я услышала очень вдохновляющую для меня историю. И на тот момент я еще была лидером, клуб-мембером, членом клуба. То есть без квалификации, без дохода. И как раз-таки побывав на одном из событий компании, на Leadership Development Seminar, я там услышала вообще потрясающую историю для себя, и, собственно говоря, это была моя отправная точка, и у нас сегодня тоже невероятное событие, очень классно, хоть и онлайн, но я смотрю, у нас 115 человек, сейчас 107, но стабильно 2 часа, внимание, в понедельник вечером с нами здесь слушают и учатся, и поэтому я вас с этим вообще поздравляю, потому что видимо, вы те люди, которые совсем скоро будут иметь потрясающие результаты, раз вы с нами уже 2 часа почти присутствуете на этом вебинаре. И дополнительно из этого, продолжая тему тренингов, я хотела бы тоже вам сказать и еще раз повториться, что мой бизнес и мой результат вообще начался именно из одного из событий. И то, о чем мы сегодня дальше тоже немножечко будем рассказывать, это бизнес-семинар, который проходит в том числе и офлайн в Киеве, и это всегда потрясающее событие. Вот просто представьте себе этот масштаб, как этот вебинар, только x10. Это x10 энергия, это x10 лидеры, это x10 впечатления, эмоции и вообще. А по-хорошему, как сказал каждый на самом-то деле из лидеров, что наши результаты в бизнесе в том числе зависят от нашего состояния, от нашей мотивации и от нашего вообще внутреннего потока, да, внутреннего мира. Поэтому именно на таких встречах нужно быть. Да? Нас не вынуждают в этом бизнесе ходить 9 часов, 10 часов или сколько там, 8 часов на работу, в офис, но в наши обязанности, если мы хотим строить бизнес, хотим развиваться, я это называю, обязывает ходить на такие вебинары раз в неделю, на час, два, полтора, и быть на событиях, которые проводятся офлайн. И у меня, пожалуй, на этом все, и возвращаю слово не резиденту Украины, но тоже поприветствуйте Александра в чатике сердечками, смайликами и солнышком. Спасибо большое, Маргарита. Друзья, на самом деле у меня очень короткая сейчас информация для вас будет, потому что после того выступления, которые сегодня были от лидеров, добавить что-то очень сложно. И это действительно показатель уровня бизнеса. И я с сетевой индустрией познакомился в 2008 году, но
Где-то в году 2004 я познакомился с инвестиционным рынком, и я вам хочу просто провести определенные параллели, показать, что сейчас происходит в Украине, какие возможности для каждого из вас существуют прямо сейчас. Почему возможности? Потому что инвестиции – это всегда, в принципе, про соотношение возможностей и рисков. И я, к сожалению или к счастью, в своей жизни, наверное, к сожалению, терял деньги, к счастью, терял чаще всего те деньги, которые я зарабатывал именно в сетевой индустрии. И всего один раз я был в достаточно большом, тогда для меня минусе, это был где-то минус 100 тысяч долларов. В принципе, я знаю, что среднестатистический американский миллиардер, он банкротится 9 раз. К счастью, у меня этого опыта не было. Я почему об этом говорю? Потому что сегодня сетевой бизнес с компанией DualLife – это новый уровень, это уже совершенно другой подход. Это модель софт-маркетинга, которая несет на рынок реальную большую ценность. И для меня всегда было такое большое удивление, как этот рынок, как этот бизнес вообще работает, почему люди, которые уже много денег зарабатывают, почему вот сегодня то, что тоже подмечал Сергей, что здесь собрались лидеры совершенно разных структур, совершенно разных стран, делятся опытом, делятся 2,5 часа этим опытом, в принципе, для каждого человека, которому интересно сегодня узнать, какие возможности есть на рынке, как получить поддержку, как получить обучение. Все по шагам. Сегодня мы чуть меньше говорим про продукты, про здоровье, но я думаю, что в современных условиях здоровье и, наверное, еще более актуальная вещь. И, кстати, напишите, пожалуйста, что лично вам больше всего интересно. Кому интересно финансы, напишите 1. Кому интересно здоровье, напишите 2. Кому интересно вот поддержка, окружение, да, личное развитие, напишите 3. Можете взять все вместе. Новый год совсем недавно начался, желание новогоднее. В принципе, забирайте все, что можно. И смотрите, то есть, по сути, сетевой бизнес – это сегодня самый доступный бизнес. Здесь нету вообще никакого риска. Да? То есть даже открыть, я не знаю, маленькую кафетерию, даже какую-то точку с кофе, вы выложите свои деньги, и никто при этом вас не будет обучать. Но даже если вы купите франшизу, да, то есть вы получите какие-то пошаговые инструкции, инструменты, но в принципе никто вам все равно не дает гарантию. В этом бизнесе вы получаете и поддержку человека, которого вас пригласил, и поддержку лидеров, и поддержку системы, и поддержку всего-всего, что есть, выработана за долгие годы как лидерами, так и компаниями, так и всеми теми вещами, которые доступны для вас. И почему Маргарита говорила про обучение? Потому что это обучение, которое, и мы сегодня говорим про офлайн-встречу в Киеве, которая пройдет 19 марта. И за такое событие вам не надо платить даже 1000 долларов. Потому что я трачу на обучение, я знаю, сколько строят тренинги, на которых дают, в принципе, теорию, хорошую теорию, качественную теорию, но теорию, которую, возможно, вы не примените на практике. Здесь, на этом событии, мы говорим только о вещах, которые работают, причем работают для разных людей, возможно, немножко по-разному. И все это за один день, где можно получить как тренинг личностного роста, так и суперважную, суперэффективную информацию о том, что сегодня актуально, что сегодня в трендах и почему важно заботиться о здоровье и каким образом это можно сделать за счет суперкачественных продуктов, о чем тоже сегодня подчеркивалось. И вы все это получаете, я считаю, что за копейки. Мне даже сейчас неудобно называть это ценно, потому что меня попросили партнеры дать, супер-супер скидку. И поэтому я сейчас ее объявлю. На 2 дня у нас будет специальная цена именно для партнеров, которые здесь сегодня. Сейчас с нами, неважно, в каком городе вы находитесь, вы можете прилететь в Киев. Это будет уже
тепло. Киев всегда, в принципе, красивый, но я думаю, что в марте он будет расцветать потрясающим образом. Это удивительная возможность пообщаться с друзьями, с единомышленниками, получить ключевую информацию, и все это будет стоить 300 гривен. Ну, те, кто не из Украины, это там буквально 10 евро, там 12, наверное, евро. Если вы покупаете этот билет сегодня, ну, у вас будет там 2 дня, если я не ошибаюсь, на то, чтобы все это оплатить. Если вы покупаете билет для себя и для своего, не знаю, будущего партнера, или для своего нынешнего партнера, или для своего гостя, или просто вы собираетесь ехать командой, то есть если вы покупаете больше 2 билетов, ну, 2 или больше, работает пакет, ну, за 500 гривен, то есть это... Вот как раз сходить в кафетерий, да, в хороший кафетерий, поддержать тот бизнес, которому значительно сложнее. Можно пойти в кафетерий, да, и посидеть со своим партнером, а можно прийти на супер мероприятие и за один день увидеть всю внутреннюю кухню, получить всю информацию, которая, возможно, невероятным образом поменяет всю вашу жизнь. Потому что для меня возможность софт-маркетинга – это и возможность улучшать стандарты и качество своей жизни, это и возможность чувствовать себя безопасно, это и возможность получить поддержку, возможность получить обучение, возможность заботиться о своем здоровье самым лучшим образом. И поэтому я вас всех поздравляю с тем, что вы сегодня были на этом событии, что вы заинвестировали время в свое будущее. И я верю, что вы что-то сделаете с этой информацией, потому что ваша жизнь в ваших руках. И, как говорится, ну, говорят, что у нас есть 2 жизни. Первая начинается тогда, когда мы рождаемся, а вторая жизнь начинается тогда, когда мы осознаем, что наша жизнь все-таки одна. И только от вас зависит, как вы ее проживете и во что вы будете инвестировать ваше время, потому что оно пройдет. Пройдет год, пройдет 2, пройдет 3. И, ну, я лично в первый год в сетевой индустрии не заработал ничего, наверняка ничего. Я $200 заработал, но расходы, скажем так, были больше. Поэтому важно, во что вы будете инвестировать свое время, потому что ваша жизнь в ваших руках, и я вам всем желаю большого успеха. Передаю слово ведущему, правильно? Сергей, тебе слово. Спасибо большое. Спасибо большое. Огромная благодарность, Александру, Маргарита. Друзья, ну что, я хочу вас поздравить. Наше мероприятие состоялось, и я считаю, что оно было просто крутым. Поставьте, пожалуйста, в чат какие-то значки, какие-то эмодзи, я не знаю, что-либо, что характеризует как раз ваши эмоции. Не забывайте задание от Виктории, обязательно свяжитесь с тем человеком, кто вас пригласил на это мероприятие, и напишите или скажите еще лучше, скажите ему, что вам понравилось больше всего, кто из лидеров вам запомнился, может, какая-то история, может быть, что-то вам, кто-то из чата запомнился, я не знаю, что-то хорошее обязательно для себя выделите. Я хочу поблагодарить всех участников, всех людей, которые более 2 часов в понедельник вечером провели с нами. Хочу поблагодарить всех спикеров. Да, я даже хочу их перечислить лично. Я хочу поблагодарить Наталью Кузьменко, которая шикарную презентацию вначале нам дала. И нам, я уверен, что мы не последний такой вебинар проводим, и мы еще услышим историю Натальи, нам тоже очень бы хотелось услышать историю Натальи. Благодарю. На мероприятии обязательно будет, поэтому и для таких историй нужно приезжать на мероприятие. Хочу поблагодарить также Ольгу Жугину, поздравляем ее с новым уровнем. Я думаю, что она недолго будет на этом уровне, следующий тоже не за горами. Олечка, тебя поздравляем. Спасибо за твою историю. Таню Грицай. Тань, спасибо тебе за твою откровенность, за то, что ты, несмотря на то, что ты волновалась, это все было настолько классно. Мы знаем тебя уже много лет, знаем, насколько ты искренна и насколько с такой открытым сердцем строишь этот бизнес, и у тебя партнеры точно такие же. Это все копируется. В нашем бизнесе абсолютно все копируется. Также хочу поблагодарить нашего настоящего полковника Александра Осадчева, потому что в нашем вебинаре как-то получилось, что больше прекрасной половины, да, но тем не менее мужчины
Вот Александр Асачи, мне кажется, особенно скрасил наш вебинар таким вот брутальным мужским подходом к бизнесу. Спасибо тебе большое за твое выступление. Также Мариночку Выхрест тоже большое тебе спасибо. Ты всегда очаровательна, всегда от души все рассказываешь, свою историю рассказала, и то, что ты сейчас учишься, тоже супер. Здорово. Я хочу также отдельно поблагодарить Викторию Люльченко за ее опыт, за ее полезные советы, которые она дала. Я уверен, что многие для себя подчеркнули, и, скорее всего, также мы заканчиваем, а кто-то присоединяется. Я надеюсь, это человек, который случайно вышел, да, и сейчас хочет также зайти, чтобы концовку провести с нами. Женя Гюнер, спасибо тебе. Я написал в чат, настолько ты классно все рассказала, коротко, четко, лаконично. Я говорю, если бы я не знал, я бы не поверил, что ты без опыта в сетевом. Настолько классно ты излагаешь свои мысли, ну просто вообще супер. Я не знаю, что тебе помогло, наверное, какой-то опыт до этого. Может, сторис в Инстаграм ты постоянно пишешь, прямые эфиры, наверное, тоже здорово помогает. Свою любимую Викторию тоже спасибо тебе, Вик, за то, что ты передала также свой опыт и поделилась от сердца, с душой. Александр Яремчук, вам огромная благодарность за ваш опыт, за ваше участие, потому что, поверьте, ну, обычно такие большие лидеры, они, как правило, ну, не особо прям делятся какой-то информацией, они, ну, скажем так, уже экономят свою энергетику и делятся на таких больших мероприятиях. Поэтому еще раз приглашаю вас в Киев, обязательно купите билеты, сейчас классная цена. Ну и, конечно, хочу поблагодарить Александра и Маргариту за ваше участие в этом мероприятии, да, на то, что, как я сказала, что Александр не резидент, но тем не менее Маргарита, она резидент Украины, и за то, что вы показываете своим примером, куда нужно стремиться. И спасибо за специальное предложение, я думаю, что многие воспользуются, купят билеты, и мы увидимся вместе с вами в Киеве на этом замечательном мероприятии. Я знаю, что многие поедут на TFT в Польшу, мы собираемся, но ближайшее мероприятие это, конечно же, Киев. Все, всем спасибо, всех обнимаю, всех люблю. Я не знаю, вот Вика тоже так улыбается, как будто что-то хочет сказать. Нет, я буду рада всех видеть в Киеве. Да, спасибо, классное мероприятие. Я думаю, что все мы остались на хороших, позитивных энергиях. И звоним своим или пишем спонсорам, не забываем рассказать им, что вам запомнилось больше всего. Все, всем хорошего вечера, до скорых встреч на следующем мероприятии. Пока-пока. А мы приготовим для вас очень интересные еще вебинары. Поверьте, у нас и по продукту есть, скажем так, намерение. Когда-то нам Оля предложила классные. Ну, короче, мы об этом всем расскажем, поэтому обязательно заходите в наши свои чаты с вашими лидерами, будьте всегда на связи. Все, всем пока, хорошего вечера.